Всем привет, с вами Ню и Зетсу, вы на канале Фрикаделька, а мы продолжаем играть в Хогвартс Наследие. Ну, музыка располагает. Всем привет. Я ничего не могу поделать, сейчас у меня эта музыка ассоциируется исключительно с Ганнибалом, поэтому... Так, а куда идем-то мы? Дальше по основному? Или идем что тут хитроумные ключи? А что у нас вообще по... Подожди, в смысле хитроумные ключи? В смысле? А, вставьте жетон в сундук, я еще недовыполнил задание. Ну пойдем. А мы, наверное, можем переместиться в гостиную Слизерина. Кстати, да. Ты оттуда собирался сюда бежать? Сумасшедший, что ли? Гостиная Слизерина. Через порошочек. Хорошо, когда можно куда-то переместиться через порошочек. Видишь, как удобно. Да. Правда, все равно время занимает. Не так много. Это сундук. Вот в этот сундук. Похоже, чтобы открыть сундук, нужно найти больше жетонов факультета. Ну как сказать больше? Немало. Подожди. 16. А как задание звучит? Поместите монету в сундук. А, ты поместил монету в сундук. Все, да, нормально. А-а-а. Так, ладно, что у нас тут-то? Тайник в замке. Мне удалось увидеть, как Артур Пламли изучал две карты сокровищ. Ну, давай, ладно, что. А она опять хитрит, да? Сейчас она все, короче, узнает, потом никому ничего не скажет. Ну, не знаю. Может быть, конечно, она и на то столько. Но последнего же мы не тронули, не тронули. В смысле, не тронули? Какой там плюй камни. Плюй, плюй, не плюй. Ну, просто там справедливости ради была странная доебка. Тебя как близко. Ждем. Ждать. Ты ведьмак. О! Эй! Не поможешь? Серьезно? Она там поспала. Слышишь, что она? Привет. Ты звал меня? Привет. Ну да, звал. Подумал, что ты захочешь присоединиться ко мне ради небольшого приключения. А именно поиска сокровищ по карте. Думаю, передышка в борьбе со свихнувшимися троллями тебе не повредит. Я предлагал и Поппи поучаствовать, допустим, но не смог оторвать ее от пушишки. У меня есть две карты, и обе ведут к местам неподалеку от Хогвартса. Пушишки. Хочешь взглянуть на одну из них? Ну, конечно. Да. Искать сокровища по карте Хогвартса? Я в деле. Чудесно! Меня завораживают тайны Хогвартса. Найденное сокровище можешь оставить себе. Меня интересует только, куда ведет карта. Ну ладно, все, начнем. Есть предложение, где начать поиски? Я бегло посмотрел твою карту и предлагаю начать где-нибудь рядом с кабинетом профессора Геккот. Ладно. Хорошо. Я взгляну на нее, если найду время. Договорились. Встретимся здесь, если что-нибудь найдешь. Какая она деловая девочка. А до хрена у нас перчатки на ней? Так. Меч со змеей. Херня, это увидели мы эту херню. Потом какой-то выход из Хогвартса в сад. Ну, вот эта херня, это ладно. Какая-то картина. Профессора Гега. Так мы сейчас... А, нет, мы сейчас не находимся у профессора Гега. Ну, давай допустим, ладно. Давай допустим. Какая там кнопка, он сказал? Найдите первый ориентир. А, ну вот эту фигню надо найти. Чего? А что, подожди, там какая просека? Подожди, налево, вернись, пожалуйста. Вот, смотри, это что такое светится? Три точки наверху. Да это я не знаю, недавно светится. Да? Ну-ка. А, потрындеть с ним можно? Ну, давай. Что ты хочешь от меня, что ли? Поговори. Профессор, можно с вами побеседовать? Я всегда готов побеседовать с учениками. Чем могу помочь? Как давно? Позвольте спросить, как давно вы преподаете в Хогвартсе? Годы летят быстро. Пожалуй, уже лет 7. Когда занимаешься любимым делом, не замечаешь бега времени. Для новых знаний открыты именно энергичные, веселые и уверенные в себе люди. Не все преподаватели согласятся с вашим подходом. Но у каждого из нас свой стиль преподавания. Некоторые преподаватели считают, что успеха можно добиться лишь упорным трудом. Но они забывают, что для этого нужна мотивация. Если человек не понимает, зачем тратить силы на плюй камни, то он по доброй воле выпускает из рук столь мощный инструмент, как игра. Поэтому вы и учите нас именно так. Именно. Я стремлюсь к тому, чтобы ученикам было интересно на моих уроках. Увы, мне в школьные годы
повезло куда меньше. А, у него травма. Возможно, поэтому вы и стали. Видимо, ваш печальный опыт и повлиял на то, кем вы стали. Если бы я получил более традиционное образование, но довольно облом. Сейчас вы в Хогвартсе, и это время должно оставить у вас лишь приятные воспоминания. Я постараюсь, профессор. Благодарю вас за совет. Не за что. И не забудьте сегодня хоть немного повеселиться. Лукай. Слушай, а его случайно тоже не озвучивает тот же, который, опять же, озвучил Вуди Харрельсон? Это я не похож. Вот есть какие-то такие интонации. Подожди. Ты хотел... Тебе нужен кабинет темных искусств, выше он. У тебя он фиолетовый, он какая-то зона вообще выделена. Я вот и пытаюсь к этой фиолетовой зоне пройти. Мне кажется, она выше. Тебе не кажется? Отправляйтесь на поиски новых приключений? Это не он ведь? Там носорог какой-то. Да мы видели того носорога. Но видишь, тут, видимо, подряд надо. Почему ты решил, что ниже? Ну, можешь, он можешь где-то в коридорах был. Пояснить. Так там не носорога надо найти. Это было потрясающе. Там первая была этот, меч со змеей. Себастина на дуэли? Ого! Господи. Не, подожди. Ты вообще меня не слушаешь. Там же было сказано, нужен кабинет профессора Гекат. Куда ты идешь? Тот носорог. Так он не первый. Как не первый? Он первый. Нет. Вот и скелет носорога. Значит, я на верном пути. Так иди, он не первый же. Второй ориентир, изображенный на карте уже. О, ключ. Ну, пиздец, ключ. И! Куда-то наверх. Куда он по этому? Вот гандон. Да ты смылся. Я всегда говорила, что будешь, да? Ага. Не получилось, не наебать. Ай, жестко, однако, жестко. Ну, блин, там просто первым был изображен меч со змеей. Вот так, подожди. Тресни. Тебе мне нужен второй ориентир. А как карту открыть? А, попробуй зайти вообще к себе в этот. В. Не то. Давай тут. Здесь, да, наверное, что-то будет. Вот. Нет. Письмо. Это заметки. Во, во. О, ой. Вот так, видишь, стилет меч со змеёй был первым. За него от лица. А, все, ладно, я поняла. Подожди, я поняла. Короче, меч со змеёй это была отсылка на этот, на окно, которое рядом находится. Верно. А тут, получается, у нас дверь, это выход и в эти, вот во двор. Получается, вот так вот за него, за голову. Зачем тебе за голову? Подожди. А, вот типа вот так вот мы на него смотрим, и вот мне туда. Типа вот так, что ли? Да, вот эта статуя Виверны. Я просто помню, когда ты чуть-чуть играл в Red Dead Redemption. Вот статуя Виверны, за Виверну от хвоста в дверь. За хвостом Виверны дверь. Вот и фонтан. Похоже, я уже близко. Ну, предположу, что нам по прямой всегда. Опа-на. Еще ключ. Кажется, это наша лестница. Что? Что за бред происходит? Куда летишь ты? Похоже на тот портрет с карты. Интересно, где же сокровище? Да подожди, тут важнее дело. Сокровище. Тут ключи. Я просто не увидела, где она портрет увидела. Я что думал? Не наебу? От сучка. Какой он дерзкий, а? Ну так вот. Левиоса. Алхамора! Да не умеешь ты алхаморить.
Ты что делаешь? Сидит что-то там. Книжки поджигает. Ладно. Ну, у всех свои. Так, а ну мы где-то тут пробегали, говорит, это... А, вот, это вот. Дверь. Так. Ну окей, что теперь? Ну, Ривелио попробуй. А, акцию. Акцию. Попробуй акцию. Окей. Дверь была скрыта на этом портрете. Ого. Так работает это. Интересно, что нашел Артур? Белая форма. Белая? Давай посмотрим. Подожди. Ей нужно перчатки снять, дурацкие. Да снимем. Там бабочка. Как думаешь, это больно застрять в полупревращенном состоянии? Ну я не знаю. Это отсылка, подожди. Это близняшки? Отсылка на то, что Гермиона превратилась в полукошку при помощи оборотного... Я не знаю, где этот сфинкс на самом деле. Так где-то недалеко, скорее всего. Мне кажется, ну, выше. Недалеко, понятие растяжимое. То есть... ну давай, допустим, поднимемся наверх. Хорошо, это закрытая дверь. Там... Ну давай вот сюда зайдем. Ой-ой. Не похоже, чтобы здесь был сфинкс. Ну да. Вот она, прямо рядом. Что это? Хор лягушек. Здесь восседают скользкие, но вполне симфоничные лягушки, из которых состоит хор лягушек Хогвартса. Эти волшебные амфибии могут петь в 6 разных тональностях и держать высокие ноты лучше, чем большинство людей. Да, конечно, но они лучше. Какие красотки, ты посмотри на это. Ну, использовать. И без понятия, что они пытаются налягушатить тут, но... Очень странное звучание из этого инструмента, если честно. Но это не инструмент, это что, граммофон? Ладно, опа, пойдем отсюда. Какая-то комнатка. Что-то как-то это... Шумно тут стало. Ту-ту-ту. Может быть, все-таки там он, конечно. Может быть. Может быть. Ну, но либо, значит, ладно, давай это... попробуем второй вариант. Какой? Как бы этот путь вверх, мы его отмели. Допустим. Может быть вниз. Может где-то снизу быть. А, ну может быть, конечно, да. Типа вот здесь, сюда закрыта лохомора, все, минус. Здесь у нас все. Не похоже на это место. Значит, подожди, а может ниже еще? Что здесь? Там как-то очень светло было. Было видно какую-то зелень. Душевно так зенькнуло. Ривель! Урна с прахом. По слухам, на этой урне когда-то была надпись «Основоположник науки об укрощении драконов». Не следовало начинать с венгерского хвосторога. Окей. По-моему, она венгерская хвосторога, если, кстати... Мне память не изменяет. Так, ну, допустим, не сюда. Может, вот сюда? О. Не. Да хрен его знает. Короче, когда увидим сфинкса, тогда поймем. Да-да-да. Что-то как-то это... Никогда мы его не найдем. Так, давай вернемся к Пламле. Эх, я все равно не понимаю, как они. Надо как-то, ну, блин, сложнее, видимо, делать. Тебе скучать. Правда? А я по тебе скучать не буду. Ой, прекрати. Я в кои-то веки пытаюсь быть серьезной. Как угодно. Может, я даже по тебе буду скучать. Лгунишка. Это опять близняшка? Ну и шишушка ты. Да, я шишушка? Может, я дождусь комплимента? Вот уж вряд ли. Что ж, я знаю, что нам пока рано об этом думать. О чем, о смерти, что ли? Он такой рыженький, мне кажется. Нет, святые небеса, беру свои слова обратно. Я не буду по тебе скучать. Я просто хотела, чтобы вы знали, вы оба, но в особенности ты, что для меня было честью дружить с вами. Она что, алихоцей напилась? Нет. И что, куда бы ни привел нас путь, я вас не забуду.
Вас обоих. Мы вроде учебу только начали. Я не знаю, что сказать, но кажется, я чувствую то же самое. Разве что... А, он рассчитывает на тройничок. Понятно, развел тут. Так, где наше сливочное пиво, наконец? Плохо у него получилось, если честно. Профессор Уизли сказала, что ей всегда больше нравилось читать в спальне, чем в библиотеке. Что за бред, я не знаю. При чем тут профессор Уизли? Не знаю. Ладно. Удалось что-нибудь найти? Да, слушай, получилось. Привет, Артур. Подумала, тебе будет интересно узнать, что карта привела меня к двери, скрытой на портрете. Ох, как ловко! А моя к лодочному сараю. Едва успел откопать сокровище, как заметил приближающегося директора. Он прогнал меня, но я ухитрился прихватить парочку галеонов. А ты что нашла? Я нашла, как мне кажется, форму, принадлежавшую какому-то историку. О, повезло тебе. Значит, наши поиски увенчались успехом. Я правильно сделал, что предложил тебе присоединиться. Окей. Что ж, вперед к разгадке следующей тайны Хогвартса. Ладно. Не найдется ли что-нибудь интересненькое, если покопаться в кабинете у Уизли? Какой пацан, а? Ладно. Так, подожди, а вот тут мы... А мы не разгадывали это? Нет. Открыть тыкни. 3 плюс 0 плюс 2, 5 будет. Раз, 1, 2. 0. Единорожка. 1. Плюс 4. Плюс 4, 5. И что там, 7? 7. 7. Кальмар. Подвешенные головы домовых эльфов. Неплохо. Где? Это что такое? Это Фестрал. А. Красота какая. Культ Фестралов тут. А тут Алахамора. Че тебе Алахамору все еще не дали? Ну, видимо, чтоб не взломало все на свете. А ты думаешь, остальные не владеют так, ладно, Алахаморой? Давай-ка мы это. Пойдем-ка дальше. Что у нас там дальше по плану? Кабинет, секрет медальона. Я думал кабинет, на самом деле нет. Веди меня. Ну беги. А все что? Ривель. Это ты по сюжету пошел? Звездная сеть, это что такое было? Подожди. Давай хоть посмотрим, что у меня есть. Так, давай, красив... я тебе говорю, перчатки у нас на кой хер вообще одеты? Ну, красивые перчатки, чуть не нравятся. Ладно, выкинь перчатки. Так, что у нас с этим? Ничего нет. Что у нас с колпаком? Ничего. Есть какие-нибудь красивые колпаки? Нет. Появились? А вот костюмецкий давай глянем. Это что такое? Это что-то вот по-русски. Вот если вот ты хочешь ее в какую-нибудь такую, так вот, русскую девчонку, вот эту можно оставить, но ей нужно костюм подходящий выбрать. Я знаю, где костюм подходящий, но его здесь нет. Галантная накидка. Костюмных искусств. Подожди, а где то, что я нашел? Да, мне тоже интересно. А вот. О-о-о. Слушай, она прям Ланнистер. Да, интересно выглядит. Она пока будет составлена. Слушай, неплохо, но ей нужно вниз, наверное, что-то другое бы подобрать. Ну, точно не платье. Вот это вроде ничего. Ставим пока. Ну, тут даже как будто бы шляпа подойдет какая-нибудь. Этому образу. Ну, как будто бы, но, знаешь, у нас ну, шляп-то выбор. Ну, давай не посмотрим, видит. Ладно, давай глянем. Ужас. Ну, вот, нет. Тут просто, вот, ты знаешь, такой у меня вот момент... Ну, оно не под цвет не подходит. Ну, это... Она пока никакое. Ладно, да, согласна. Ой. Ну вот это подходит, конечно, ей под эту мантию. Ну что-то пока у нас, конечно, образ не складывается.
Так. Так себе ты этот. Кто там? Кто этот? А, профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на пятый курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему осваиваться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробности обращаться к профессору Уизли, профессор Финиас Найджелс Блэк, директор. Директор. Вот так вот. Директор. Это не я. Угу. Прячемся. Ривей! Подожди, у тебя тут нету галеончиков парочку? Ну. А что он хочет с ним обсудить, интересно? Кружевная шляпа колдуна, кстати. Профессор, может, пойдет. Как же славно вас видеть. А уж как я рад. Слава Мерлину, вы целы. Я слышал о нападении. Надо же, тролли, да еще в Хоксмиде. Сэр, тролли были в доспехах. С тем же темным свечением, что и тот драконий ошейник. Это гоблинское серебро. С его помощью Ранрок управлял драконом. Но как? Mm. И зачем отправлять троллей в... Это все из-за меня. Мне удалось нечаянно подслушать разговор Ранрока с Виктором Руквудом. Так Ранрок был в Хоксмиде? Да еще с Руквудом? Тролли должны были всех отвлекать, пока Руквуд разделывается со мной. И он бы разделался. Не вмешайся, Сирона, и посетители трех метел. Прискорбные новости. Если за вами охотятся гоблины Ранрок и темные волшебники, значит, им нужно содержимое того сейфа. Я думаю, пора все рассказывать. Раз уж вы упомянули о сейфе, как вы полагаете, может ли Ранрок сотрудничать с гоблинами в Гринготсе? Не думаю. Конечно, гоблины Гринготса не самые дружелюбные существа, но они всегда отличались честностью. Но он же тоже гоблин. Осмелюсь даже утверждать, что после случившегося с тем бедолагой банкиром гоблины Гринготса никогда не поддержат Ранрока. Хм. Окей. А зачем вам медальон? Им нужен медальон. Вы говорили, что кое-что обнаружили в нем? Да. Да. Я обнаружил надпись. И когда прочитал ее вслух, появилась эта карта. Допустим. Хитро придумано. Безусловно, это карта Хогвартса. Но я не знаю, куда она ведет. В библиотеку. А точнее, в запретную секцию. И немного дальше. Я вижу на ней следы магии. Так и знал, что вы что-то увидите. Ну что, идем? Ценю ваш энтузиазм. И мне тоже не терпится узнать, что же там может быть. Но после тех событий в Гринготсе, не говоря уже о том, что случилось с Мириам, одно я знаю точно. Наш путь безумно опасен. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сперва немного позанимались с профессором Геккот. Но, сэр, что может угрожать мне в библиотеке? Речь наверняка идет всего лишь о книге. Даже если мы отправляемся туда просто за книгой, нужно быть готовыми ко всему. Приходите ко мне, когда отточите мастерство в защитных заклинаниях. Ну как? Я сообщу профессору Геккот, что вы хотите к ней заглянуть. Окей. Окей. Секрет медальона. Не хотелось мне, конечно, никуда заглядывать. Что такое? Давай шапку нам какую-то дали, может, она нам подойдет. Это что такое? Это... Ну, что задание это? Какое-то. Читай... Вот, а читайте задание перед профессором Гекко. А, это подожди, он прям... Кабинет его прям над ним. Ну, видимо, где-то да. Да. Так наша защита от темных искусств, Гекко? Ну да. Я не понял. Посмотри шляпу! Какую шляпу? Ты только что в его кабинете шляпу нашел, внимательный ты мой. Да все уж. В смысле? Ну ты же еще не переместился, сейчас переместился. Ты по... Ну, ты же не в кабинет к ней переместился. Ну и? А теперь загляни в шляпу. В одежку загляни. Ой, господи. Вот. Усмотри. Ничего так. Уже получше. Ладно, пусть будет так. Приоритеты они такие, знаешь ли. По-моему, она выше была только что, нет? Не знаю, меня карта ведет не туда. Ой. Ты вообще не по карте идешь, я не знаю, как ты идешь. Что надо? Такие глазки сзади.
Что? Профессор, вы собирались научить меня новому заклинанию? Хорошо. Профессор Фиг намекнул, что с изучением защитных заклинаний вам лучше поспешить. Поэтому я обучу вас поджигающему заклятию Инсендио. С его помощью можно зажечь факел, избавиться от паутины. Зажечь или факел. Или защититься от тех, кто захочет причинить вам вред. Что ж, весьма практично. Весьма. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас выполнить несколько заданий. Некоторые из них вас удивят. Ученики часто полагают, будто их преподаватели ничего не знают. Когда закончите, подойдите ко мне, и мы начнем разучивать Инсендио. Когда закончите, допустим, вы знаете, где победите в двух раундах скрещенных палочек. Один из двух уже побежден, видишь, да? В смысле, подожди, а это же запрещенный клуб. Так она же только что тебе сказала, ученики полагают, что учителя ничего не знают. Не такой уж и секретный. Вот-вот. Да. Конечно бы никто этого не допустил, это был бы бред, ну. Да. Вот лохи, конечно. Подожди, давай телепортил, что-то как-то 120 метров идти. Прям аж это, устали, да? И корки. Уже устал идти. Не по нашу честь Маргота так ходить. Не по наши ножки, скорее уж. Причем тут честь? Честь давно потеряна, посмотри на эту женщину. Да какая, наоборот, честь-то у нее, много чести. Много чести. Ладно. Так, слышишь, Люкан? Да, привет. Слушай, что на? Привет, я хочу... Да, все к следующему... Манекеном хочу. Привет, Люкан. Можно воспользоваться тренировочным манекеном? Конечно. Я его подготовлю и дам тебе перечень комбинаций для тренировки. О. Ну что, попробуешь? Да, конечно, давай. С удовольствием. Постарайся применить все заклинания, прежде чем манекен упадет на... Если захочешь прервать тренировку, то сразу же скажи мне. Ладно. Акто. Два, три, четыре. Так это легко. Отлично. Но это все равно нужно по заклятиям опознавать. Вес. Два, три, четыре. Херня. Вот так. Левиоса. Раз, два, три. Прикольно. Это такая простая штука, да? Но забавненько. Все, что ли? Думаю, хватит практики. Ты уже неплохо справляешься. Спасибо, Люкан. Я считаю, что лучше обнаружить свои слабые стороны на тренировке, а не на дуэли. Теперь ты будешь грозным противником. Это очень мудрая мысль, на самом деле. Да. Ну давай теперь битва. Привет, Люкан. К следующей дуэли в скрещенных палочках уже все готово? Ну, конечно. Я подобрал отличного соперника. Ну что, хочешь показать себя? Конечно. Конечно. Да. Вполне. Приступим. Прекрасно. Дуэль будет с партнером? Нет. Нет. Я буду сражаться в одиночку. Тогда вперед. Мы гордая независимая женщина, да? Давайте. Я разобью тебя в пух и прах. В смысле, против двоих? Констанция. Против троих? Заранее прошу прощения. Вы че? Фига себе вы. Нет, слушай, это... Я тебе говорю, мы гордая независимая женщина. Нет, я готов один на один, но против троих ты чё? Это супер странная история. Констанция, да, Гектор что-то там. Дагу. Опа, попасть. Давай, Аксо, что-нибудь, в кого-нибудь, бросайся. Хрен вот тебе. И протега тоже удобная вещь, надо иногда использовать. У тебя есть протега? Все, покажи себе! Д. А я. Ой, так-то у тебя жизни сюда, кончатся жизни сейчас. Уходят. Так, ты минус. Хватит. Ладно, я так понимаю, жизни этого сама восстанавливаются. Хуялочкой. Правильно, по морде и яблоками нормально будет. Ой-о. Вот так-то. Знают, как со мной. Народу видит эти дуэли. Ну, блин. Тяжко было, конечно, но мы сделали. Так-то да. Браво! Пришлось постараться. Это уж точно.
Другие дуэлянты и так обратили на тебя внимание, но после последнего раунда они точно будут точить зуб на тебя. Что сейчас будет 10. Тренируйся без устали, если хочешь иметь шансы на победу. Или хотя бы на выживание. Сообщу тебе, когда будет готово. Увидимся. Не, ну... Следующий раунд, кстати, для самых рисковых. Будем честны, как бы, это не усложнение, это увлечение. Ну да. Усложнение — это когда противник сложнее, а когда их 10, это уже не сложность. Тоже верно. Ну чё, на этом закончим? Всё, наверное, да? Ну, на этом тогда... раунде, посмотрим на часы. Да, Опа-на. Шикарный гигант. Это что такое? Ну вот видишь, заметил что. Что ж, спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.